Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 24 ноября, ровно 9 месяцев полномасштабного нападения террористической нацистской России и предательской Беларуси. Вчера Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. Россияне, конечно же, решили доказать, что это решение верное, и опять нанесли по Украине масштабный ракетный удар. Но, конечно же, не по военным, а по гражданским, в надежде оставить Украину без света. Где-то у них это получилось, как, например, в Одессе. Пропал свет около 3 часов дня и начал появляться только ближе к 9 вечера. Кстати, вместе со светом пропала в городе и вода, так как пропал свет на насосных станциях и отопление, потому что пропал свет на котельных. Вода тоже появилась около 9 вечера вчера, а сегодня утром уже появилось отопление. Но где-то около 9 утра сегодня пропал свет. Посмотрим, что будет дальше. В соседнем городе Герои Николаеве тоже пропал свет, так как россияне перебили где-то распределительную станцию, может быть даже не одну в Николаевской и Одесской области, и реакторы на Южноукраинской атомной электростанции аварийно отключились, потому что не было куда поставлять свет. Но вечером наши суперкоммунальщики уже это начали налаживать. В Николаеве тоже начал появляться свет. И посмотрим, как будет сегодня. Надеюсь, и Херсон успеют запитать, потому что люди там уже давно сидят без света и воды, благодаря россиянам. Говорят, что на окраинах Херсона уже в селах начинает появляться свет. Скоро и до самого Херсона доведут. Люди, конечно, будут рады. Они и так рады, что россияне сбежали, а будет вообще все супер для них.